Всем привет, друзья, с вами Вадим 2К Хаос, и мы в новой карте от создателя одной из самых лучших ТДшек. В каждом матче на тебя нападают абсолютно случайные волны, и поэтому нужно быть готовым ко всему. В этом ролике мы будем изучать вместе с вами новые башни, ну и пытаться прокачаться и победить. А ко мне чьи-то еще идут? Мои, да. Мне это нравится. Так, все, я теперь это, мультишот 3. У него магический урон? Окей. Думаю, там не идет. Так, если кто хочет фидить, фидьте в мою сторону, пожалуйста. Интересно, ауры будут иммунные волны? К мультишоту? Иммунные к мультишоту, к магии. А, раундс а рандом. Отлично. А здесь не написано, какие цели атакуют, типа не атакуют. Друзья, нам нужны люди для создания большого количества шортсов. Так что если у вас много свободного времени и при этом есть желание учиться чему-то новому и несложному и зарабатывать какие-то деньги с этого, то оставляйте заявку в форме по ссылке в описании. Текс. А, есть еще, смотрите, спылы появляются. Сильные очень. Лазера нужно строить. Зачем? Водяного, потому что сейчас вот волна суперсильная пошла. Да, кабан все равно бывает. Кабан? Ну, мультишот. Да вроде изи вообще все. А, следующий. Мультишот просто грейдишь. А, у него 2500 атаки, пипец. Ну да. Ну я лазер построю, конечно. А есть типа грейды еще. Так, мейджик, сингл таргет, сплэш. А, грейдилка. А, смотрите, можно... О, можно next включить, и там будут очень сильные башни. Самая слабая за 225. То есть тут две страницы с таварками. Ну, а что прикол? Грейдинг, мультишот, да? Просто грейдишь и все. Ну, пока да, пока что-то выглядит не супер. И какие тут сейвы? Зачем сейвы, если... Непонятно. Ну, сейчас разберемся, что... You should consider upgrading Frost Shard. А что за Frost Shard? Где я его возьму? Ну, это, я так понимаю, вот справа. У тебя грейд. Вот, здания. Нет, у тебя в рабочем грейд. Ну да, справа. А, помеченные юниты, короче. Да, это, видимо, с которых больше голды дается. Видимо, да. Так. Ну, пока я просто вот сейчас улучшу следующий левел мультишота. Если он, конечно, бьет по воздуху, если он не... А, вот сейчас мы проверим это. Бьет по воздуху, и все. Да? Да, бьет. Ну, а, ну тетенька с луком бьет, по крайней мере. Мультишот тоже бьет, да? Да. Да, да. Ну, все, а, пипец, у него радиус огромный начался. То есть мультишот надо бы строить где-то поближе к центру, чтобы он зафигарил. Так он вообще все простреливает, пипец. Если бы я его левее построил, вообще было бы круто. Смотрите, ауры есть какие-то, но они... Написано было, что они автогрейдятся. А, когда ты убиваешь чуваков с восклицательным знаком над башкой. Да. Ну, может надо типа написать где-нибудь ультра-хард? Чтобы пошли какие-то. А ты внук поставил вчера? Не знаю, я ничего не выбирал, в том-то и дело. О, трушот аура есть у дерева, а для дерева нужен мейджик. Так, за 230 вон появилась штука с этим, трушот аурой. О, она реально работает. А, на 5% получается. Непонятно. А, понятно. Грейд за дерево, за кристаллики увеличивает шанс на таких чуваков. Да, 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 я это сказал, но непонятно, как поменять золото. Можно ли золото пустить на... Ну, сконвертить. Видимо, нельзя. High damage, splash. No. Какой-то вот инсинератор есть, пирсинг. Type split. Опа, босс. О, босс идет. Босс. Вот, босс не пробивает. Блин, я его не пробиваю. О, надо лазер грейдить тогда. Да, с лазером нормально.
Блин. А он на круг зайдет еще раз? Все, я пробил. Ты убил. И... Так, все, и я шанс, получается, за кристаллики фигачу. Выглядит а как какая-то... А что это взрывающийся шарт? Знает кто? Где? Предмет у меня вот есть в рабочем. А, так нет, тут просто разные айтемы у тебя появляются. Вот у меня есть этот single tower куб бустануть или double damage в area. Непонятно. Ну, мульти 7 я сделал, чё? Но он писец сильный. Air boss. Ха, а можно, главное, есть команда air, но она ничего тебе не даст, да? Random builder. Unlock level. А, то есть на 55 плюс левеле можно random builder взять. Чё? Добавить или убрать механики, которые вызывают лаги. Интересно. Ну, пока как-то выглядит несложно, если честно. Мультишот 8, 1700 стоит. О, что-то очень много шардов мне дали. Ну, все 17 тысяч. Че 17 тысяч? Мульти 8. Да. А да. Не 1700. А, ну и на нолик ошибся. Вон, у меня маркет челик есть, во-первых. А, нет, у всех, кстати, армор снижен. Это, видимо, армор дебаф. То есть вот от этих маркетов. Не работает мульти, таверка по этим. По каким? Ну, да, забавно. У них да, она шмазия бьет. Вот тебе иммунные почти. Я их все равно другими таверками отбиваю. Я нет. Так, я построю. Как это? Если честно... Надо было лазер лучше делать. А, ну они же все равно пойдут на второй круг, и я их зафигарю. То есть в какой-то момент надо быть готовым к тому, что все супер изи, а потом пойдет грязь какая-нибудь. А, забавно, пошли другие челики, их начала бить мультитаверка, и этим стало тоже доставаться. Лоу. Не так сильно, но все равно. Если что, кристаллы постоянно смотрите, они прям резко повышаются. Да. Я построил инкассатора, и он стал такой же самый, как мульти 7. Чуть сильнее. Это... А, инквизитор? Инкассатор? Ты имеешь в виду этого, хавка? Инкантатор, да. Это я разве инквизитор? А, инкантатор, не-не-не, я думаю, ну это я сам достроил в своей голове. Так, ну я не знаю, вот я волка построил, но почему-то он очень слабый. Видимо, потому что у него скорость атаки дохлая. Но у него 44 тысячи дэмэджа зато. Не, шарды, походу, вообще рандомно даются. Мне с одного далось 2, с другого 39. Так 39, наверное, с помеченного, нет? Ну, в смысле, с двух помеченных, с одного далось 2 шарда, а с другого 39. Окей, ну да, я просто какой-то у меня было мало-мало, а в какой-то момент, смотри, у меня 200 шардов. Можно дерево грейдить. Дерево соло таргет хиро, и оно еще аура улучшается. То есть как будто вот аура это круто. Ну, 5000, конечно, дерево 4 левела стоит. И у нее poison еще есть, кстати. Интересно, а когда мы 100%... Не, ну 100% мы, наверное, себе никогда не качнем помеченных юнитов. А что за дерево, ты говоришь? Дерево? Ну, дерево, а вторая строчка, последний юнит. А, шарп. Шарп, да, колючка. А, слушайте, короче, первый грейд, он становится не 5, а 10%, а второй грейд 12%. Ну, не второй, короче, какой-то. То есть, выглядит не очень круто. Так. А, 20, у Magic Towerки 20% отравить шанс. Так. А, вот, шардс. Можно посмотреть, какой у тебя шанс выпадения шардов. Я хочу посмотреть, если тут ускорить игру, потому что явно когда-то она пойдет интересной. Но пока... Так, у меня 3% получается. То есть из 100 юнитов... 3, ну из 30, короче, да? 1.
4-1. 4-1. О, босс. О, мне как раз на лазер хватило на следующий. 2% шанс, x1.5 дэмэдж. Ну такое себе, конечно. Непонятно, как еще грейды на атаку делать. Блин, у меня прошел босс, походу. Нет. Да ладно, а как он у тебя так быстро проходит? Фух. А, он вниз пойдет, да? Мой пойдет к Гул'дану, то есть. Он, да. То есть второй раз на круг он не пойдет. Он просто заходит сюда и заходит, как бы. Ну, надо к следующему боссу следующий лазер заранее сделать. Босс, халява. Я не понял. У меня шарп закрытый. Мне пишет, нужен маджик и билдинг кулдаун какой-то. Так мэджик построй просто. Мэджик, тавр. А что за мэджик? Зиккурат. А, она... Все. Понял, да? Да. Так. Ну, вот тут открываются дальше бафы. Я разумел, что Зиккурат называется мэджик. Как, ну, прям стоит, интересно, мультишот грейдить или сразу этого инкрустратора построить? Какой радиус у Хавка? 900. Дальше он улучшается, интересно. Дальше улучшается, конечно, но 25 тысяч он стоит около. А, ё. Блин. Он по соло цели бьет, конечно. А, ты говоришь, такой же, только по соло цели. Зашибись, конечно, такой же. Ну, по урону я имел в виду. Блин. Не, ну надо... Хотя, с другой стороны, потом опять дриады пойдут, и что с ними делать, непонятно. Так, а вот баунс есть, висп баунс. Наверное... О, у меня коробка какая-то. Коробку открыл. All towers on the map, quad damage in area. В смысле, quad damage in... Всем, всем, но в области. Видимо, да. Так, 5,4 у меня теперь процент помеченного юнита. Надо тогда построить виспа, получается. Блин, надо было его ниже, наверное, все-таки фигарить. Так, висп. Мультишот. Старфол. 2% шанс скастовать старфол. Кстати, у меня не так-то все хорошо. Я вот тут всякой фигни понастроил. А, это неуязвимый? Это иммунные. Да-да-да, к этому. Неуязвимый к магии, да. У меня тоже не очень все. Они в классе не работают. Надеюсь, тот, кто пропускает, пропускает ко мне. Я думаю, мы все пропускаем. Блин, сейчас бы не отдаться. То есть, получается, мультишот как будто бы строить не стоит, потому что когда-нибудь будет волна, где ты просто отдашься нафиг. А катапульты тоже, что ли, к мультишоту не... Не, не нормально. О, блин, под конец пошло фигарить, когда катапульты пришли. А заморозка есть какая-нибудь? Есть в этом... По-моему, в шредере. Я или... Что-то я резко перестал отбиваться. Я уже забыл, через кого я поставил. Да, я тоже. В шредере. Ну, типа... О, это что, башни выросли? Ого. Да. Да. Шреддер — это самая первая башня. Да-да-да, вроде бы. Что-то вообще, все башни... А, мне надо было бустануть свои башни, блин, я нубас. Надо было бустануть, я бы там всех... Так, блин, Шреддер — это же баунс, откуда там заморозка? Да, это баунс. Смотри, когда ты грейдишь кристаллы, у тебя появляется фростбокс. И там есть прокачка, просто так. Ты можешь ее на любую башню кинуть. Через кого я сделал. О, я сделал рандомную таверку, мне выпала гидра. Не в шредере. Гидра 1200 радиус. Офигеть. Так мне какая-то ультра-супер гидра выпала, короче, мультишотище. А как ты сделал ее? А, мне коробка выпала в инвентарь. А. Я это, и мне случайная башня. Так, блин, через это, что ли? Блин, тот там за всеми фармит, гад. Вообще. Причем буквально рандомная башня. Ну, типа, она так и называется. А, то есть рандомная башня — это не случайная башня? Ну, точнее, это случайная башня, но башня под названием. А, вторая башня из кента можно сделать замораживающую. Просто там надо будет бойницу сделать, а не волка. Чё, из кентавра заморозку? Окей. Да.
Бойню, окей. Бойня заморозка? А, фрост, да, вижу. Блин. Я порой лагаю очень сильно, поэтому я могу вылететь. Нет. О, опять вопрос какой-то. Stops unit нет. In its track. Блин, мне не хватает на лазер. Мне тоже. Это этот у меня очень легко отбивается. У вас тоже нет? У меня сразу волна пошла. Да, и волна. Что за воздух тут? Что, надо антиэйр ставить, что ли? У меня айтемы какие-то выпали. Так, все, я босса поставил фокусить и нормас. Пошло. О, этот. Надо айтемы, короче, юзать, не стесняться. Я коробку нажал, у меня ничего не появилось, походу. Или что? Что-то гемов дали, пипец как много. А, смотрите, Blizzard Strike, вон, баф таверки пришел. Не знаю, у каждого свое приходит. Ну, видимо, да, рандом. Нет, в Frostbox у героя рядом с прокачкой этих... А, ну, да. Там можно добавить рейндж в таверке. Да, рейндж, урон просто. Просто баш добавить к тому же. Это но это на время там. Чё на время? 45 секунд, 25. Ну, в первой строчке там на время. А вот айс, ну, хотя айс, да. У меня крит. Там указано. Offensive Steel Tower Buff. На 25, на 15 секунд. Да, ну заморозка приятная прям. Ну, хотя у нее, наверное, этот... Ну, время заморозки не супер сильное. Здесь надо еще тогда... Блин, у меня все равно чуть проходит, алло. 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 Блин, а что, ни у кого не проходит, что ли? Что я не так делаю? Вы что прокачали там? У меня не проходит. У меня проходит. Ну, у меня еле пробиваю, но пробиваю вроде бы. Так. Молочко. Мультиплай фрост шоком. Так, ну-ка. О, найс, я проходящих бахнул. У меня тут столько айтемов еще. А вот из рапида, из башни рапид делается замедляющая башня. 800 рейнджа на 15%. Ого. Я не понимаю, то ли мне мультишот следующий, кто во что вкладывается, вот как основную башню? Да я все понемножку. Да я тоже все по чуть-чуть. Мне тут приходится айтемы тратить. Но я хочу сейчас этот мультишот... Ой, ё. Хорошо все посыпалось. Ой, немножко эти проходят, что там. Блин, о, 25 тысяч есть, найс. Что-то не сказать, что оно сильное. Блин, я за 25 тысяч делал какую-то башню. Ну, тогда я уже тоже подтекаю чуть-чуть. Но если все подтекают, это нормально, если мы, конечно, не сдохнем после этого. Короче, вот я сделал виспа, в шейд превратил. И что-то он отстойный какой-то, если честно, по факту. Так, а колючка дальше все по 2% только прибавляется. Я айтему, блин, всю игру копил и потратил. У них просто по 3000, по 300 тысяч хп, и шейд, типа, немного. Как будто надо просто в три башни каких-то вкладываться, но непонятно в какие. А, еще и воздух тут, йо! Йо? Йо. Блин, а что-то воздух нифига не пробиваю. Ого, хорошо. Я, короче, этот эксплозив ловушку заюзал. Бах.
Блин, все растратил. О, у меня обновились Frostbox. В смысле обновились? А, блин. О, у меня тут столько всего. Storange. Critical Strike Tier 4. Тут аге... А, 2 unit. То есть надо соло-таргету какому-нибудь крит, интересно, делать? Или кому крит делать? Наверное. Не знаю. Ну или сплэшу. Ну не мультишота точно, но мультишот это, скорее всего, не работает. Да, что-то было написано. Вот волчара есть, но волчара медленно атакует. Надо что-то построить уже. А че, непонятно. О, панда вышла какая. Е-мая. Надо что-то построить. Я не понимаю. Я туда-сюда смотрю. Так, лазер следующий. 25 тысяч стоит. Ну, лазер вы мне следующий загрейдите, конечно. Не, панда от лазера отвалилась. Нормально. А какой у тебя левел лазер? 7. Ну, я еще бафов накидал. А, у меня лазер 6, блин. Блин, дайте уже лазер, что ли, загрейдить. Хотя сейчас босс пройдет, непонятно, надо ли лазер грейдить. Так, все, я этого загасил. Надо за 28 тысяч сделать мультишот, что ли. Я сделал мультишот за 25 тысяч. Следующий уже 48. Да, но не сказал бы, что он сильно помогает. Если честно, вообще нифига не помогает, блин. Как-то ну, вот Шейн, ждешь... по факту, у него тоже мультишот. Это тут половина либо сплэш, либо мультишот. Ждешь толку. После сильной башни, что ты как-то сильнее станешь, а как-то ни черта. Может, Шреддер надо строить? Я вижу Супер Икс за 150 тысяч. Я надеюсь, он сильный. Блин, я что-то вообще не перестал пробивать, если честно. Кто-нибудь пробивает что-нибудь там? Не, походу уже... Как-то было супер изи. И внезапно бах, да. А, кост, 200, вся эта штука стоит шарды еще в магазине, получается, да? Да. Да, это не за просто так, да. Жаль. Не, ну, против героя лазер, к примеру, даешь баш, и герой почти всегда встанет. Да, баш, минус армор, я там все надавал, и прям... Причем стакается два разных баша. Типа на первого уровня, типа первого тира, и второго тира, и третьего. Так, где лазер-то мой? Вот лазер. Ну, как по мне, у него самая большая скорость атаки. У кого, у лазера? Ну, у лазера, да. Я сделал ему минус армор, да. Но что-то как-то я вообще не убиваю. Ну, он вроде соло. Да, лазер соло, да. Но он зато фигарит жестко. У меня что-то все супер раненые проходят, мне это не нравится. Ну я дал минус армор лазеру, как будто вот прям лучше пошло. О, я вот сделал это виспа из второй странички, прям получше пошло. А какого левела? Я сделал виспа третьего левела? Ну, за 25 тысяч. Стал этим, катлем. Вот катль я построил, мне он вообще не понравился, если честно. И у меня прям дела ощутимо. Ну у него хаос атака. Все, что надо. Не знаю, вот я его сделал и расстроился. Кстати, можно строить не только на вашем участке, а можете за участком строить, к примеру, ледяную башню. Ой, эти вообще не умирают. Катерсли, да, эти вообще. А их, походу, мультишот, что ли, не бьет? Или бьет? А чё, они реально им урон не наносятся? Вы чё, ребят? Танцающих магических атак у нас как раз. Ну, у них, да, и восприющихся к магии есть. Все. Гул'дан уже построил ребенка, он не парится. Да, Гул'дан, жизнь ничего не учит. Лайт армор на пирсинг, да? Да, мульти тоже нормально. И мальчик тоже.
Так, все, я каждый раз более-менее справлялся. Я просто достраивал с первых денег остальные таверки и все. У меня в прошлый раз не было первых денег. А ты что строишь? Я просто все строю подряд. Не, я просто первый построил мульти, она вообще не нанесла ноль урона. Я расстроился. А, мы не прокачали он. Только Гул'дан прокачал этим. За этот фрешард. А. Поэтому его не написали. Так, средняя броня. Нифига не дамажу. Нормал, да, нужен? Значит, шреддером. Ну, шреддер получается, да. Так, 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 собрались, собрались. О, помеченный вышел. Так, ну и надо пытаться уже строить мультишот. Так, как я его хочу строить на будущее. Ну-ка, мульти-апгрейд. О, уже 1000 ренжа. О, вот сейчас уже работает та тема, ради которой я его строил. Все, следующий левел, наверное, 1100 ренжа. И я буду простреливать и начало, и конец, и все. Разве что низ не простреливаю, блин. Можно было бы в центре центр застроить, я бы и низ простреливал. А, Fighter Vice может загрейдиться, может... Фига себе, впервые в этой карте, типа, выбор, во что грейдить. Да-да-да, это... кто-то же говорил, что заморозка. Ну, я, да. Да, тот говорил, что заморозка. Не, ну вот я в центре построил вот эту вот штуку, и она вообще ультра хороша. Ну, то есть вот вначале понятно, теперь можно копить на какую-нибудь сильную башню. Только вопрос, какую? Ну, типа дерево до второго левела строишь, оно и все, как бы больше, наверное, не надо. Ё-моё, этот Rapids тоже в разные грейдится. Тут есть Slow Tower со Slow Аурой. Так да, да. Я сделаю гульку с рандомной атакой. А, у Рэпида Slow Аура? Да. Да, тоже есть. А гульки можно менять, типа атаки? Да, 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 тоже прикольно. Мне тоже помогало какое-то время. Нифига ты, Гул'дан, там столько всего знаешь. Так, а Гуля на второй страничке, да? Рандом Тауэр выпало. Везет. А Рэпид это где? А у него 4000 урона, они в первом третья таверка. Нага. И у нее слово аура, да? Да. А. Появляется. Ну, а 1800 стоит, я пока не построил. А, подожди, а в кого надо грейдить? А, вот, вижу. Слово аура левел 1. Окей, теперь у меня есть слово аура. Только дэмэджа особо нету. Ну пипец, заморозка, кстати, ультра жесткая. Заморозка? Да, целая. Так у тебя ауры. Еще она на нескольких, ну, всего лишь на парочку. А ты нет, прокачаешь. Аура же, она аура. А, все, понял. Аура, да. Я думал, ты про айс. Так, и она сингл таргет, то есть может попробовать как-то без лазера отбиваться, но фиг знает, насколько это реально. Так, подожди, а у Rapid 5 damage аура вообще? Еще одна. Ого. Ну, 8%, конечно. Ну, все равно. Да. Так, Rapid 5. А, то есть это другой тип, не в заморозку, да? Вообще, ну, просто в Rapid 5. Ну, да. Потому что следующий ничего не будет. Вижу, вижу, вижу. Так, не забывайте кристаллики грейдить. Так, ну я теперь так сделал, что я чисто там на саппорте. Аура, фигаура, всякое такое. Но у меня мультитаверка 4 левела. А, ну что, улучшить до 5, в принципе, денег хватает.
Так, надо дерево еще воткнуть. Ради ауры. Так, и босс попер. Ну, сейчас посмотрим. Ну, я вроде его дамажу более-менее. Ну, что-то без лазера сложновато, если честно. Что, лазер надо строить, что ли, чтобы... Ну, я с лазером убил. Так, а лазер где он? Что он? Что-то я забыл. Просто в первой страничке. Блин, я его, походу, не убиваю. А, ну вот этот, под замедление он как подошел, он вообще не двигается. Все, я без лазера зафигарил его. Я тогда слоу ауру третьего левела сделаю, и все будет хорошо. Ну, ё-моё, шардов надавали, что-то миллиард. А, да, кстати. Текс. Ну, можно мульти все-таки улучшить. Так, а когда будет волна это, иммунная к магии, надо вот что-то будет придумать непонятное. Угу. Ну, обычно они как бы с сиджом, ну, с Fortify Armor, значит, сидж нужно построить. Да не, я так понял, что это вообще рандомное, нет? А вот у башен есть грейд, а чё, как его делать, никто не понял. Какой да. грейд? Ну, вон, нулевый. Типа, выбираешь башню, у нее нулевой грейд. О, у этого есть ability focus. 10% to increase attack speed на 50% на 10 секунд. А, ну... Не, это ничего такого. Где, говоришь, обилка? Тос, где обилка? В смысле, грейд, ну, выбираешь любую башню, у нее нулевой грейд. Атаки ты имеешь в виду? Да, да, да. А, ну это да, я еще в прошлый раз думал. Видимо, как-то можно сделать. Ну, как вопрос? А, 5% шанс снизить армор на 7. Ну, такое себе. Ну, я, наверное, сейчас сделаю этот, башню с замедлением атаки за 5700. Ну, замедление атаки третьего левела, типа... О, ну вроде все рассыпается. Я помню, в прошлый раз с катапультами были проблемы, но, видимо, не с этими. Так, все, замедление атаки третьего левела. А, дальше есть еще слово аура, окей. О, 666 гемов у меня было, е. О, рандом того. Я бы не гордился этим. Не гордился? Чуть... Дьявольское дерево. Да. О, воздух попер, ё-моё. Или воздух так отбивается? Я антиэр построил. Он у меня отбивает. Пожалуй, я тоже построил. А, это еще и фортифай. А, фортифай, что ли, неуязвимый к магии? Походу, да. Ну, фортифай обычно всегда неуязвимый. Не, ну по идее, что такого-то? Неуязвимый. Ну, магия бьет по фортифаю, просто плохо, а здесь вообще полная неуязвимость какая-то. А, блин, я количку зачем-то четвертую сделал. Блин, не надо было. Надо мультишот было. Так, ну у меня все хорошо. Ой. Я вот чисто на аурах стараюсь, на замедлении. У этих вообще защита Frost. Необычно. Ну, это просто типа 100% от всех. Интересно, а где еще интересные башни найти? Явно же что-то куда-то должно улучшаться. Ах, охренеть. А, окей, я сделал героя. Как? Сейчас, надо еще вспомнить. Magic башню загрейдил. Она превратилась в Deathkeeper'а. Вартоса. У него есть скиллы. О, да, реально. Ice Trap. It's a Trap. А эти неуязвимы к магии, их точнее, их только мейджиком пробиваешь. То есть это анти-фортифай получается. А на него мультишот не работает. Забавно.
На быка? На вот этих быков, да. Да, ну найс. Получается, мэджик — это сила, и дальше не прокачивается эта фигня. Ну да. А шредера кто-нибудь до конца грейдил? Кажется, это недорого, можно попробовать. Я бы не сказал, что это недорого. Ну вот, ну, да, 8 левел уже 5200 стоит, да. Блин, ну походу аура слоу, она очень маленьком радиусе. 900. Нет, сама аура. Не знаю, по крайней мере у входа у меня никто не замедляется ни черта. Так, ну героя я гашу. Нормас. Сейчас посмотрим. А, вот эта обилка его. Да, понял. Следующий шреддер 15 тысяч стоит. Пипец. А, айстрэп — прикольная тема. Она и в сетку фигачит, и в льдышку. Двойная. А, это типа сетка против тех, кто не в мире духов, а лед против. Интересно, короче. Правда, удали. Да. Так, все, можно. Плюс сторинджа. О, за 50 шардов всего. А, не хватает шардов. Так, ну ладно, мультишот-то все-таки грейданем. А следующий мультишот 17 тысяч. А кто-нибудь делал этого тинкера? Высокого левела. В смысле, это медло? Нет, ну из шарда, из рэпида делается. О, воздух полетел. Но это не такой, не осадный воздух, поэтому все нормально. Там тинк... просто грейдится. Просто как бы... обычный чувак. Ну да, ничего особенного. Ну, Шреддер, он и с глефом, ну то есть с отскоком, и с критом. Но правда, глеф хуже мультишота. Мультишот же, наверное, этот тот же урон наносит. А отскок он типа с уменьшением. Не, ну могут прописать и без уменьшения. Ну, по идее. Ну, ну могут, да. А, за 350 гемов можно увеличить шанс маркет юнитов. Ну, вот у меня в прошлый раз такое было, сейчас нет. И что, я прожал? И что? Ну, видимо, шанс теперь на минуту больше. Ну, да. А, это отдельный грейд такой, короче. Ну, баф, ну да. Который не повышает стоимость. А, я думал, это просто временная штука, если честно. Я не знаю, почему я так решил. Так там на минуту написано. Да, временный. А, на минуту, окей. Ну, у меня вот три птички сразу в маркет прилетели. Я надеюсь, это дело окупается. Ну, здесь вообще не важно, когда прожимать, потому что юниты идут в огромных количествах. О, 52 тысячи шреддер. И он ground only, получается, этот шреддер. И он начал прям пробивать очень жестко. Ну, в принципе, я, наверное, попробую шреддера, что ли, улучшать. Он и отскакивает, и критует. И, кроме того, если что, есть антиэйр башня, которую всегда можно построить, загрейдить и типа ладно. Хотя что-то не сказать, что мега круто. Вот Rapid Super, который на 10% шанс увеличит атак спид, он с третьего левела улучшается либо в Rapid Super Ultimate за 16 тысяч, либо Darkness за 95 тысяч. Single target, house damage, critical strike. О. Круто. Это как, Rapid какой? Который супер. А, который focus fire по одной цели фигарит. Окей. Так, у него 8%, кстати, уже маркет. Ну, помеченный. И та штука одноразовая. Ты ее один раз прокачал, и все.
Дускнайт очень жестко прокачивается. Ну, получается, надо этот Дускнайта пытаться побыстрее прокачать, чтобы он левелы получал. Ну, сейчас у всех все на спавне убивается, я так понял. То есть, как бы, ничего такого. Ну да. Ну, проблема у нас с 40-й, где волны начались. Сейчас посмотрим, как будет. А там какая броня-то была на проблемных? Вот, кстати, у нас 31-я. Ну, Fortified будет. Чего Fortified? Которых вообще не пробивали. Ну, вот 31-я будет Fortified, 36-я Fortified. Они, по идее, с Magic Moon. Вот тут могут быть некоторые проблемки у нас. Ну, я Шреддера прокачиваю, мне в целом пофиг. Я мультишот особо не прокачивал. Ну, тут все равно, кстати, я так понял, не только мультишот. Хотя фиг его знает. Какое-то облачко закинули. А вот у меня в прошлый раз было облачко на маге, ну, на архимаге, а сейчас не было облачка. Что-то тоже непонятно. Так, что, бьем этого? Облачко, я так понял, что это этот кель кастует, не? Или это баф? Ну вот, видимо, кель кастует, это дебаф. А-а-а. Но я говорю, в этот раз у меня кель не кастовал, а в прошлый раз архимаг кастовал. То есть у нас боссы с разными спылами, что ли? Возможно, да. О, дали миллиард шардов. Да. Чай. Так, ну что, дерево, 126 тысяч атаки с баунсом, 15% шанс двукратного урона. Непонятно. Ну, гасит вроде. Чё-то. Так, надо этот, снижение армора кому-то. Интересно, а снижение армора не убьет ли баунсы? Отскоки. Тыкс. Получается, я сделал Ice 4, тут Ice Force прям. Ледяная атака. А дальше Банша за 29 тысяч. А, и 8% заморозить юнитов у ящерицы. Вообще заморозить получается. Видимо, надо попытаться мне накопить 65 тысяч на Шреддера следующего. То есть он типа и отскакивает, и не отскакивает. Ну и по одной цели должен бить нормально. А сейчас 36, 37 Fortified будут. А 40-я Hero. Так, слоу таверки. А, блин, я такой нубас. Я слоу таверки сделал минус армор. А варп эффекты, как известно. Это надо было выбрать именно то, что надо. Не, но с другой стороны, если бы Шреддеру я сбил атаку, было бы хуже. Потому что, по крайней мере, в доте у Хантрески, если ты ей покупал Сашу, то она не атаковала. Ну, это, конечно, было в бородатые времена. Так. Интересно, а можно еще криты добавить? И когда те криты не срабатывают, будут эти криты срабатывать? Ну и ладно. Ой, так. Вот, Fortified пошел. Надеюсь, мой Шреддер справится. Проси, что хочешь. Получается, лучше всего строиться у выхода, потому что у выхода они идут и в начале, и еще потом проходят. Ну, да. А сверху справа они, например, не проходят еще раз. Что, кто-то хочет ко мне крипов отправить? Да нет. Нет. У нас у всех он по одинаковому счету, ну, плюс-минус. Так, ну замораживающие таверки можно баш еще сделать. Блин, я не туда попал, лайсовый попал. Че-то вообще не то. Ну ладно.
принципе. Заморозка с башем тоже хорошо. У этой просто скорость меньше, у этой высокая, а это писец как быстро атакуют. Текс. Чё-то, может, все не очень хорошо сейчас будет. Ладно, я прожал крик. Я просто хочу сейчас накопить на шреддера, она на 65 тысяч стоит, и я сейчас временно слаб. Я могу протечь. Ну, тот, кто за мной, наверное, не против в целом. Так. Блин, вот... Нифига себе, какие-то магнатавры и демоны. Не, эти гномы, демоны, да. Ну все вроде нормально. Так, ну сейчас как раз, наверное, когда будет тяжело, к этому моменту я накоплю на шреддера. О, дракон, халявный дракон, Изи. Ой, босс пришел, блин, сейчас я халявного босса кому-то дам. Вот сейчас у меня есть туман. У меня нет тумана. Я... Лазер Симова, конечно, нормально распиливает. Босс. Да, он, я так понял, в целом дохленький босс. Не знаю, вот у меня туман стоит и... Ну, мало дэмэджа. Хотя все равно отбиваю, он не идет дальше. Крикануть надо, что ли? Потому что у меня сейчас 63 тысячи, то есть мне чуть-чуть прям вот не хватает для того, чтобы... Сделать след. А, вот, корабли, я помню, на кораблях были проблемы. А, так что-то 246 тысяч. А, и можно менять тип атаки. Окей. Пирсинг. Так, это кто? Сидж. О, найс. Шреддер, у Шреддера меняется атака последнего левела. И я вот сейчас поставил Сидж. Да, сильно. Звучит неплохо. А у вас как дела? Ну так. У меня не очень. Вообще. Жестким. Мне сейчас, наверное, слово ауру какую-нибудь зафигарю. Ну, благо, их не очень много. Так, а это кто? Да, а, блин. Вот против этих нужен хиро, получается. А хиро можно? Ладно, нормал хотя бы сделаю. Что-то у меня против этих не очень. Ну нормально, я пока не втекаю. Красавчик. Так, я черепаху делаю. Что-то я вообще почему-то перестал дамажить. Да. Ой, что там? Фигово. Главное не отдаться бы нам. Ну, еще 300 есть. Блин, у меня пачка некров прошла. Почему-то именно некров я... А, ну и у них, конечно, этот. Ой, эти бегают как бешеные. Может, минус армор какой-то нужен? Если что, бахалка вон, которая эксплозив шард, она писец как бахает. Так, а этих что? Надо пирсинг, что ли? Че я пирсингом стал? Что-то все равно не экстра круто. Я кучу айтемов заюзал, но мне еще очень много крипов сейчас проходят. Я могу фармить, жалко не фармится ни черта.
Еще некры до сих пор ходят. Так, ну я могу мультишот еще грыдануть. А мультишот у меня вообще не справляется. Ну вот Shredder Ultimate хорош, конечно. То есть ты выбираешь тип хотя бы. Сколько стоит ультимейт? Чего? Сколько ультимейт стоит? 65 тысяч. Ну, под конец. А сколько там еще в процессе? Блин, так, надо героя не забывайте прокачивать. Кулдан, тики. Зачем? За что ты так с человеком? Я бомж. О, его немножко. Да, у Гул'дана все получше, конечно. Да, Гул'дан красавчик. Так, ну все еще пирсинг хорош. Ну я что-то вообще не дамажу особо. Так. О, 2% шанс тус... Так, а... Где лазер? Я что-то лазер потерял. А, лазер последний, окей. Надо у лазера мне сейчас сделать и сделать ему 2% шанс инфернала вызвать. А сколько это стоит-то? 600 шарп. Подрывной отряд, неподходящая цель. А на кого? Чё? Тавер баф? Вызвать инферно. Эрка на Дескнайте вообще, кстати, отлично помогает, по-моему. Чё на Дескнайте? Ну, ульта. А, смеш-то что? Ну да. Чё-то экран трясется, это плохой знак. Это Джейна пошла. Вот опять у меня туман есть. Не понимаю, почему оно есть. А может это типа топовый чувак? Поэтому... Как Гул'дан Джайну просто уничтожил. Она бежит. Вообще на пофиг. Так, а где Джайна-то? Джайна еще не подходит даже особо. Писец крипов тут у вас. У нас. Она напрямую, она не вокруг побежала у меня. А мне еще чья-то Джайна идет. Ну, а я же говорю. Аура замедления вообще ничего не работает. Это не моя была. Это Тосфорса, видимо. Тосфорса? Ну. Блин. Не, моя вон у тебя, а только сейчас. Вот. Ну, она подходит. А, лагает. Да, да, побежала. А, вон, да, какая-то бежит. А, варнинг, варнинг. Нет. Блин. Ну мы дальше прошли, 52-й левел. Спасибо, что посмотрели видео до конца. Поддерживайте выход новых роликов лайком и подпиской. А при желании на Патреоне и донатах ВК. Там же вы можете заказать карту для следующих видео. Все ссылки в описании. Ладно, всем пока.